Специалисты «Газпром» газораспределительной «Черкесск» ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы в городе Теберда, и первые дома сегодня подключили к природному газу. Поздравить жителей приехали представители «Газпрома», правительства и Народного собрания республики, руководство Карачаевска. Из Теберды репортаж Аллы Динаевой. Еще в один населенный пункт Карачаева-Черкесии, уже пятый по счету за последнее время, пришел долгожданный природный газ. А вместе с ним в дома жителей комфорт и уют. Для тибердинцев это действительно исторически важный день, открывающий новую страницу в газификации всемирно известного курорта. Жители города Теберды, конечно, испытывают большую радость, потому что это долгожданное событие. Этому, я так думаю, будут радоваться не только жители Теберды, но и всей России. Потому как у нас в Теберде очень много отдыхающих, вы сами знаете. Мы все счастливы. На площадке проведения пуска газа собрались горожане. Разделить радость приехали и гости. Вице-премьер Евгений Гордиенко поблагодарил специалистов газовой отрасли за работу, а жителей поздравил с этим долгожданным событием, которое повысит качество жизни и добавит тепла и уюта каждому семейному очагу. Рассказал он и об истории газификации. В 1964 году было завершено строительство первого газопровода Невинномысск-Черкесск, что ознаменовало собой старт масштабного проекта по газификации региона. За прошедшие 60 лет проведена колоссальная работа. Построено более 4000 километров газовых сетей, газифицировано более 120 тысяч квартир и домовладений. Безусловно, это было бы невозможно без слаженной и конструктивной работы группы компаний «Газпром» и правительства республики. Вот газ – это радость. Мы видели, когда отапливалось и дровами, и разными маслами. Это, во-первых, экология, как говорится, нарушается. А здесь газ – это экологически чистый. И на самом деле люди ощущают радость. Поэтому от имени парламента Народного собрания Карачаево-Черкесской республики искренне вас поздравляю с этим событием. И спасибо огромное компании «Газпром», которые вот так активно взялись и подключили. Также я желаю им также активно, чтобы подключили все домовладения в этом городе. В 2022 году в Теберде первые городские котельные были переведены на природный газ. В 2023 году котельные Тибердинского национального парка. И вот настал черед наших самых ценных и главных абонентов – жителей Теберды, которые могут воспользоваться этой услугой и получить газ у себя в домах, сказал представитель «Газпрома». Всех призываем, безусловно, пользоваться этой услугой, обращаться в «Газпром», подавать заявки и без привлечения каких-либо средств к вашим домам будет подведен газ. Мы уже завершили строительство межпоселкового газопровода к селению Джамагатское. В этом же районе приступаем к строительству межпоселкового газопровода к селению Курджиново в Урупском районе. Ряд объектов еще находится в проектировании, и мы планируем в текущем году их завершить проектированием, передать в стройку. Таким образом, в ближайшие годы порядка 25 населенных пунктов тоже будут подключены к сетевому природному газу и будет достигнута технически возможная газификация в Карачаево-Черкесии и поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о поэтапной газификации регионов к 2030 году. Мы планируем, что в Карачаево-Черкесии мы закончим досрочно. Представители газораспределительной компании доложили о готовности объекта к вводу в эксплуатацию, и исторический момент настал. Порядка 90 домам по улицам Мухинская, Глоова, микрорайон Пушкина и Джамагатская города Теберды газ подвели. Строительство газопровода выполнено в рамках программы догазификации без привлечения средств потребителя. В семье Пастуховых сегодня радостный день. В их дом пришел природный газ. Ну, даже не могу сказать, радость какая. Теперь все легко будет. Дрова не надо, печку не надо топить. Включил. Тепло стало. Очень приятно. Спасибо. Всем спасибо, кто участвовал в этом деле. Теперь Теберда тоже дождалась газ.
Пока Леонид и Алена общались с журналистами, закипел и чайник, и беседа с гостями продолжилась в уютной домашней атмосфере. Тиберда – один из лучших бальнеологических курортов страны и привлекает огромное количество туристов. А газификация Тиберды, конечно, откроет новые возможности для развития курорта. Ладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда.